Superstein from Russia. Very good, very good. You speak Russian? Yeah, Говорю по-русски, okay. Yeah, я люблю это. Очень хорошо делаешь. Это камень мудрый. Thank you.
Johnson from Luna, Sam Flair, your human lover. Rõhtust, lugupeetud publik, head sõbrad, kallid kuulajad, tubli üsser, päevale spada, uvažaema publika, tärgi turusia. Meil on väga hea meel, et teid on siin saalis nii palju, meil on väga hea meel, et selline hõivatud inimene nagu Vladimir Megre on leidnud aega ja leidnud võimaluse külastada esimest korda Tallinna. И очень рада тем, что такой занятый человек, как Владимир Мегре, нашел время и возможность посетить первый раз Таллин. Публику хуви он был не суур, et me peame vabandama. Большое спасибо, что вы пришли, и сразу скажу, какая-то необычно мощная энергия идет сейчас из зала. Вы осторожнее, потому что столько вот энергии не могу в себя принять, и сейчас буду сбиваться. Вы, видно, добрые люди, но видно и мысль у вас сильно быстро работает. Я хочу сказать... Вот сейчас, когда выходил, смотрел вот на это изображение. Это карта России. А, тут же перевод должен быть. Yeah, translate that. So, hello. I'm glad that you have come. And there is a very powerful energy comes from you to me. So, I probably can stand it. And I'll try to... give all the best to you, and then I just watch at that card, and now we'll speak about it. И вот на этой карте, ну, она вот не очень четко может быть здесь, на этой карте есть зеленые точки, ну вот, квадратики зелененькие. There are green spots on the card. These are the kingdom mains. Состоящие из родовых поместий. Эко-вилледжес, not just villages consisting of kingdom mains. А вот там, вот если вот сюда выше подниматься, if we go to the right top, there lives Anastasia in Taiga forest. Благодаря которой и началось вот это движение. The woman who started the movement, которая смогла сделать невероятное своими словами, вдохновить такое количество людей, да еще в разных странах мира. Did the great things just with her words to inspire в России people. Уже около 230 поселений, в которых живут от 100 до 300 семей в каждом. There are about 230 villages in Russia, in which of them lives about 100 or even 300 people. Все поселения исключительно организованы читателями книг. All of the villages are organized by the readers of the books. Людьми, которые почувствовали и поняли Анастасию. People who feel the Anastasia. Все еще, вот прошло уже около 20 лет, когда я встретился с ней, были изданы книги. About 20 years has passed since I met the Anastasia and wrote the books. Но и до сих пор существуют вопросы, и их иногда задают, существует или нет Анастасия. And even today there is a question, if the Anastasia exists or not. Конечно, она существует. Of course, she exists.
И никто уже не может сказать, что обратно. Nobody can say that she's not. Она существует не просто как человек во плоти. She's not only a human. Она существует и как великий дух, великая энергия, которая витает над страной. She is a great spirit, great energy. Вдохновляет людей. She inspires people. И зовет их на прекрасное сотворение. And invites them to the great co-creation. И затрагивает она не только Россию. And not only in Russia. А разные другие страны. Different countries. Она затрагивает людей разных вероисповеданий. The people of different nations. Разного социального статуса. Different social status. Разных возрастов. Different ages. Иногда эта энергия чувствуется и сердцем, и душой. This energy can be felt by the heart. Мало куда ездил. About 5 years I traveled. Пришло приглашение одновременно из Эстонии и Финляндии. Почему-то мне захотелось поехать сюда. The invitations from Estonia and Finland came at the same time, and I wanted to go here. And I was not mistaken. Мне стало очень и очень хорошо, как только я сошел с трапа теплохода. I felt very good when I came here. На вот вашу землю. On your land. А теплоход этот назывался «Принцесса Анастасия». And I came here by the ship Princess Anastasia. Вот, знаете, там в одном месте Анастасия сказала. In one book Anastasia said. Готовься, злобная, уйди с земли, набросься на меня. The evil things, be ready, go out of the earth and try me. Я одна пред вами, победите. Чтобы победить, все на меня идите. I'm alone beside of you, I'm the winner. Сражение будет без сражения. There will be fight, with no fight. Помогут в том воители всех вер. And all nations, all religions will help with that. Прамамочки мои, мои отцы. My ancestors. Я в людях выстою душой своею. Я людям душу всю отдам свою. I will stand in people with my soul. I will give my soul to people. Готовься, злобная, уйди с земли. Be ready, evil. Go out. Слава. The earth. Просто слава. Just the words. А ведь они воплощаются наяву, в материальном. But the words are not only the words, they are material. И сегодня здесь вот я узнал, как шла подготовка. Today I realized how the preparation went. И я понял, что какие-то вот люди просто уловили вот вибрацию, ту вибрацию, с которой говорит Анастасия.
и сделали так, что мы с вами встретились. I understood that some people felt the vibrations of the world of Anastasia and prepared this meeting for us. Ja nemad ongi selle taga, et me siin täna kohtusime. Сейчас, когда я выходил из гостиницы, мне рассказали об одном человеке, это ваш известный астролог. When I was moving from my hotel, I was told about one man, astrologist. Он два дня ходил по парку с табличкой и рассказывал, что вот будет вот это мероприятие, и приглашал людей. Вот он. Ну, как-то не всем видно, но вот вы встаньте, пусть вам. During the 2 days, the man was walking across the park with a piece of paper inviting people to the event. Вот смотрите, готовься, злобная, уйди с земли, а он берет и то же самое говорит действие. Yeah, this man says the Anastasia words with his actions, like the actions follow the words. Еще мне хотелось бы поблагодарить организатора, вот основного организатора этого мероприятия. I would like to thank the organizer of the event. Уверенного в себе, спокойного и все очень хорошо обустроившего, это Алан. He is a self-confident, calm man, Alan. He did all at a very great level. Alan Calvi. Alan Calvi. Where is he? А где же ты, Алан? Where are you, Alan? Ну, он, наверное, там занимается разными своими делами. Probably he's managing some things. Ну, вот здесь Анну Палас, переводчица. Well, that's all. А еще вот присутствует ли здесь переводчица Анна Палас? Анна Палас, the translator. Спасибо вам большое, такая скромная женщина. Thank you very much, very decent woman. Соприкоснулась с такой энергией, по всему видно, сделала все довольно неплохо. Such an energy and did all at a very high level. That so many people here in Estonia reacted. Küllab, mis tegite seda tõlkelööd väga hästi, kui see suutis puudutada nii paljud inimesed siin Eestis. А вот здесь присутствует Тина Покоста. Тина Покоста. Тина Покоста. Is here or not? Нет, да? Это женщина, которая помогала Алану и была на Дальменах. И я вчера был в ее поместье. This is the woman who helped Alan, and she also was in Dolmens. And I was in her kingdom yesterday. Ехали с ней на машине уже ночью целый час. Я намного рассказывала о читателях, о Эстонии. She told me very much about the readers, about Estonia. У нее поразительное поместье, и даже баночки вот обыкновенные с бантиками. She has a fascinating estate. And even small bottles
with decorations. No litter. Все убрано идеально, все подстрижено идеально. Два домика для гостей. All is very beautifully done. Two houses for guests. У нее 30 гектар земли. She has 30 hectares of land. И там лес в основном, а и такая вот полянка, на которой расположены вот эти очень аккуратные строения. And mainly forest and also a few buildings there. Но это ваш известный хирург глазной. And it is your well-known doctor. Я знаю, что сюда могли приехать и из других стран люди. И вот я вот вижу латышские друзья уже здесь. Встаньте, я думаю, что вам тоже рады здесь. There are different people from different countries, for example, from Lithuania and Latvia. Also an artist from Lithuania. Вы вдвоем приехали? Так а что они не встают? Are there two of us? Я сколько-то лет назад был в Риге и выступал там во дворце конгресса, да? A few years ago I was in Riga and I was speaking there. There also was an exhibition. Я не очень понимаю живописи. И, ну, а тем более, когда абстракция, не очень понимаю. I don't really understand the paintings, for example, abstract paintings. Но там были там очень интересные картины, которые посвящены Анастасии. There were very interesting paintings dedicated to Анастасия. И, ну, они сделаны как это в манере абстракционной. They were done in abstract way. И две эти картины подарила мне чудесная девушка, художник, у которой там была персональная выставка. And I had a gift of two paintings. Я вернулся в город Владимир, где только-только вот отремонтировали новую квартиру у меня и кабинет. And when I returned to Vladimir, where I had a flat, я сразу повесил туда вот эти две картины. I immediately put these two paintings there. А потом, и вот все эти годы, они там висят. And they're still there. И у них такое свойство, они как бы немножко разные. Ну, каждый раз, когда на них смотришь, они становятся немножко разными. Each time I watch on them, they look different. Там вот такая энергия, птица взлетает, и она то выше крылья поднимает, то ниже. Как только усталость или не очень хорошее настроение ниже, как только веселое такое настроение, радость, она выше поднимает. There is such an energy like a bird with wings. When I have high spirits, the wings are higher, and vice versa. Я попросил, чтобы эти картины вот привезли, показали, а есть возможность их показать? I would like to show you the pictures. Is there a possibility? Они такие яркие-яркие, мощные-мощные. They're very bright. Наверное, не... А, потому что, конечно, потому что... светло в зале. Võimsed ja hästi ärksed, aga lihtsalt valge on. See ärksuse paista välja. А ты можешь вспомнить, как ты характеризовала свои картины под текстовки, которые были, или нет? Can you remember how you describe your pictures? Ну хорошо. Вот эти вот картины, спасибо вам, они до сих пор висят и вдохновляют.
These paintings still inspire me. Я не знаю, сколько они стоили тогда, когда их дарили. I don't know their cost. Но сейчас они стоят, они бесценны. But now they are priceless for me. Как намоленная икона. Like a painting in the church. Кто эти картины сделал? Who have painted the picture? В том числе и Анастасия. Also Анастасия helped to paint them. Случилось, вероятно, какое-то созвучное Анастасии настроение. The artists have felt some inspiration by Anastasia. Сейчас вот ее картины там, ну я проходил сейчас не через фойе, но я заходил сюда до 3 часов, увидел, что там стоят несколько картин ваших. I have seen some of your paintings in the nearby hall. А еще я хотел сказать о картинах, которые вот здесь в фойе выставлены. And also, I would like to speak about the paintings here nearby. Это вот какая-то очень сильная энергия в них. Very powerful energy in them. А вот если будет перерыв, если вы будете выходить или уходить, подойдите и посмотрите на картину «Звенящие кедры». If there will be break, please watch on the paintings «Звенящие кедры». Да, и на другие картины тоже. Ну, они, конечно, есть на обложках книг, но здесь, в оригинале, они смотрятся по-другому, более сильно. The paintings are on the book covers, but here they look differently. А вот Арен Клиан, он здесь присутствует, здесь находится? Арен Клиан is here. Who is that? А вот можно свет чуть-чуть сделать вот в зале? Арен Глян. Арен Глян. Спасибо. Thank you very much. Вот я еще хотел спросить, а повторить-то вы можете эти картины? It is the artist. Can you repeat those pictures, repaint them? Yeah. No, I can't repeat that. I can't make a copy. Так, что же делать? Вот я уже сказал, что, вы знаете, многие бы хотели заказать, купить их. А как, если они в одном экземпляре? A lot of people would like to order them, to buy them, but there is only one. One picture. Самое интересное, что тут картины, во-первых, они там хоть спасили, да, там 10-15 работ, но они все разные. Хотя стиль похожий, что получается рука, но по идее я старался, то есть, себе не обмануть, потому что нереально, что каждая картина была следующий повтор первого. There is a general style in the paintings, but each of them is different. Правда говорить, поэтому есть правда в каждом стиле картины. I can't repeat the style.
очень интересно, мне кажется, что вот, сама идея, энергетика приходит из Анастасии, потому что когда прочитаешь книгу «Анастасия», это очень важно, какое состояние ты его читаешь, то есть какой день, дождливый или солнечный. Это невозможно даже второй раз, когда читаешь книгу, опять получается по-новому. The idea came from Anastasia books, and it is of utmost importance in which conditions have you read the books. And each time you read the book, it is different. There are different emotions. Ну хорошо, я хочу сказать вам большое спасибо и буду что-то делать для того, чтобы у вас появилось вдохновение написать картины каждой главе. Thank you very much. And I would do everything that you have the inspiration to paint for the each chapter of my books. Over 90 chapters. И желаю вам написать 90 гениальных картин. I wish you to paint 90 genial paintings. Огромное спасибо, потому что я напоследок хочу сказать, что все-таки искусство благодаря вас, то, что появилось здесь, зрителям, в зале, у нас выставка в галерее прекрасная, это все ваши труды, потому что начало создания, когда я знакомился первой жизни Анастасии, в том числе и критиков, которые искают именно где сидит или где живет, по каким улице, каким адресом Анастасия находится. Они не понимают, что это не самое главное. А главное, что человек творит добро, человек придумает красоту. Для мира то, что как воздух не хватает на сегодняшний день. И поэтому дай Бог вам здоровья и тоже ваше творчество, которое ваш талант, ваше умение, ваше видение, которое направляет масса людей к светлому, прекрасному жизни. Это самый великий труд. Спасибо. I also would like to thank you, and I consider you as co-author of my art, and I wish you health, all the best, and to continue your creation. Лаура. Вот такое впечатление, что вы даже помолодели. Лаура, I feel that you're now younger than usual. Я желаю вашему творчеству развиваться. И желаю вам вдохновения. И желаю вам Лаура is artist. Такой счастливой золотой кисти. I wish that your art will be developed further and further, and you have the bright future. Маленькое произошло, и теперь я хотел бы еще спросить. А вот я слышал, что здесь будет делегация из Японии. Она есть или нет? I heard that there would be a group from Japan here. Акико! А что, у вас только одни женщины-читатели? They have only women readers. Удивительная девушка, женщина, вот это организатор клуба в Японии. И удивительное отношение японцев к Анастасии. Они такие пылкие, то они в Москву делегации приедут. То вот сюда приехали, а вы еще поедете и в Хельсинки. Amazing woman. She is the organizer of Anastasia Club in Japan. А вы зачем? Very kind attention to Anastasia books in Japan. They travel a lot. Я по-эстонски понимаю.
Why are you translating for them? Do they understand the Estonian language also? У вас переводчик есть? Do you have a translator? А, вы переводчик, да? Хорошо. They have a translator. Ну, спасибо вам большое, что приехали. Прямо у вас на расстоянии чувствуется. Такие, ну, быстрые, такие трепетные, как вот, как лань. Thank you very much that you have come a very great distance, and even though you feel the energy. Садитесь, пожалуйста. Please sit down. А вот из Стокгольма есть кто-нибудь? Are there people from Stockholm? Такие игры в Стокгольме. Узнали, что проходит Анастасия, принцесса, как-то узнали, что проходит вот... Ну и там на теплоходе едут россияне. И вот Мигре там. Они быстренько-быстренько организовали встречу на королевских землях. Есть там такое чудесное место. И собрались, и спонтанно вот там мы с ними встретились и говорили. They have got the information that I was on Queen Anastasia ship, and they spontaneously organized an event in Sweden. At first they wanted to go here. Очень такая серьезная. Была такая идея, чтобы на теплоход вошли 1200 российских читателей. The idea was that there would be 1,200 Russian readers on the ship, которые создают родовые поместья. Who are creating kin domains. И они бы вышли на берег и встретились с читателями, с вами. And they would go ashore and meet you, the readers. Встретились для того, чтобы обнять друг друга. Just embrace each other. Встретились для того, чтобы ликвидировать напряженные отношения между нашими странами. To make the, that our countries will be friends. Ну, эта гениальная идея пришла поздно, в голову, может быть, и хорошо, потому что мы получше узнали, как можно хорошее мероприятие организовать на самом теплоходе. But this idea came too late, unfortunately. But nonetheless, we organized some events on the ship itself. И ушли в этот рейс 15 человек, 15 россиян. And only 15 Russian people have come. И сошли на берег только четверо. Я и еще трое. And only 4 of them came ashore here in Estonia. Но все, что я сказал, мы осуществим весной следующего года. All that I have said, we will do in spring next year. Мы загрузим принцессу Анастасию, наберем из своих поместий хорошей, если разрешат, хорошей еды, вырученной добрыми руками, и приедем в гости к вам. We'll take a lot of food from our kin domains and come here with a visit. А потом пройдем по всему вот этому побережью, по всем городам, по всем портам, и будем встречаться с читателями, которые везде есть. И политики уже не смогут так говорить, как они сейчас говорят о наших странах. And we'll travel along the Baltic coast, Baltic Sea coast, and in which city we'll meet the local people, and the politicians wouldn't say some bad things even more about the relationships between nations. And the great idea will shine above the whole world.
А еще, если среди вас есть незамужние женщины, if there is a woman who have no husbands or men who have no wives, то покупайте билет на этот теплоход. Just buy a ticket for the ship. Потому что сейчас туда готовятся купить билет незамужние мужчины из России. Because nowadays the men from Russia who do not have wives and also women would like to buy also tickets for the ship. Купите билет в свою будущую семью, прекрасную семью. You'll buy a ticket into your future family. Жена богиня. На сайте anastasia.ru есть сайт «Жена богиня». Там 4000 русских парней и женщин ищут свою половинку. Для, каждый пишет, для создания родового поместья. There is a site called Wife Goddess, and there is more than 4,000 people looking for each other to create kingdom mains. Ja seal on rohkem kui 500 inimene, 4000 inimest ennast kirja pannud, kes otsivad endale meest või naist ja just sellel eesmärgil, et luua ühine põliskodu. Вот однажды Анастасия рассказала притчу, не притчу, а показала обряд венчания, который был 9000 лет назад. Здесь, у вас и у нас, ну, вот, у наших народов. One day Anastasia told me about the event which is connected to marriage, which was 9,000 years ago. И когда я этот обряд опубликовал в одной из книг, называется там глава «Обряд венчания». And after I published the description of the event, то этот обряд стали изучать ученые-психологи, философы. The scientists started to study the event. Что то, что мы называем любовью, ну, когда парень с девушкой встретились и полюбили друг друга. The thing that we call love. Kui meest normaalselt tüttarlaps kohtuvad ja armastavad teineteist. На самом деле это еще не любовь. It's not the love itself. А на самом деле настоящая любовь, она состоит из трех составляющих. The true love consists of three things. Первое, увидел женщину, которая тебе почему-то понравилась. The first, you saw a woman who you like. Второе, сотворил с этой женщиной мысленно проект будущего поместья, будущего пространства любви. Secondly, you created a project of your future space of love with that woman. И третья часть. Родил ребенка, ну, вдвоем, именно вдвоем, родил ребенка в этом пространстве любви. Не просто родил, а именно в этом пространстве любви. And finally, the child is born in the space of love. Вы знаете,
В России попробовали повторить, с точностью этот обряд повторить невозможно, но вот тот, кто проходит этот обряд, мужчина, он не может разлюбить женщину. And in Russia, they tried to follow those guidelines. And the man, after that, the man cannot unlove the woman. Ja kui see tõesti toimus nii, nagu seal on kirjutatud, siis mees, kes niimoodi oma naist võttis, ei suutnud seda naist mitte kunagi lakata armastamast. Когда ей исполняется 90 лет, и он на нее смотрит, он не видит старушку, он видит ту прекрасную девочку, с которой он встретился и в которую влюбился. The woman in 90 years old, the man doesn't see the 90 years old woman, but the young one. Why is that? Вот представьте, что они делали, вот эти вот молодые, когда полюбили друг друга. Just imagine what the young people have done when they found love. За поселение, чтобы найти то вот место, в котором они могут сделать свое будущее родовое поместье. They started to search place in which they could create their kingdom. Когда они его находили, они строили там шалаш. When the place is found, they built a small house there. Они начинали там вместе. Они не могли его оставить даже ночью. They permanently lived there. Они осматривали каждый уголок, они смотрели, как дует ветер, где всходит солнце и где оно заходит. They examined all the things, including atmospheric conditions, the sun, the wind. Совершить великое действие, совершить, сотворить проект будущего пространства любви. And after they, that, they created a project of their future space of love. Они размещали места, где будет расти яблонька, груша, вишенка и другие плодовые деревья. They were choosing the places on which some trees will grow. Где будут расти кусты, different plants, где будут клумбы, flowers. Они должны сделать проект и сдать экзамен, который будет принимать для них самое мудрое и самая строгая экзаменационная комиссия. After that, they're defending their project. Комиссия, которая состоит из людей, дедушки, бабушки, отца, матери, их близких, друзей, знакомых. The examinators are grandparents, parents, sisters, brothers. Они делали этот проект, бывает 3 месяца, бывает полгода, а бывает и год. They have done the project within half a year or a year. Они мысленно, они чертили, завершали все это. Они шли, чтобы пригласить людей на свадьбу, на обряд венчания. When the project is finished, they called the people to the event. Это приглашение было необычным. Когда они подходили к какому-то дому, они входили туда и говорили, что вот тогда-то, при такой-то луне, при таком-то солнышке состоится наш обряд венчания, и мы вас приглашаем. They visited each house in the village and said that at a certain time there will be an event of our marriage. Please come. Когда они уходили от этого дома, то поворачивались и говорили хозяину, человеку, которого они приглашают, да, у вас очень хорошая кошечка.
And when they were leaving, they said to the owner of the house something like, "You have a very good cat." Or, "You have a very great apple tree." "You have a nice horse." Они должны принести туда на обряд венчания. And that was a gift that the owner of the house is expected to bring to the event. На пригорок сходили двое молодых людей, девушка и парень. And at the day of the event, two young men and women. И именно у девушки were staying on the hill. Как прекрасно выбранное вами место. Но кто будет венценосным над этим пространством? And the parents appreciated the place that is chosen and asked who. И тогда девушка называла венценосным. Own the place. Она брала венок и одевала на голову своего будущего мужа. Ja neiu määras siis selle laulataja võttis ärja ja pani selle maha. A on puts a special circle on the head of a man. Посадить деревья. И какие именно деревья? Ja mees käis ja näitas kõikidele ära. And they decided what trees will be planted and where. А потом, подав определенный знак, все вот эти вот гости со своими подарками шли в указанное им место и высаживали будущий сад. And after that, all the guests with their gifts started to co-create the place to plant. Представьте только себя. Just imagine yourself. Только представьте, от этого болезни уйдут. Только представьте себя в саду, который для вас высадили ваши прабабушка, прадедушка, родители, друзья. Just imagine yourself in a garden that was created for you by your parents, grandparents, friends. Этот сад возделывался 15-20 минут. The garden was created only in 20 minutes. А потом родились вот эти великие сказки о волшебной палочке. And after that, some stories connected to wizardry and sorcery were created. Но это не волшебная палочка. Наши прародители знали и понимали нечто такое, что мы сейчас утеряли. It is not connected to sorcery. Our ancestors understood the processes of the creation. А это первая брачная ночь. Это же просто шедевр. The first night is fascinating. The first night. Вы только представьте, как она происходила. Just imagine. После того, как высажен сад, в одно место, в загон, там посажены все животные, забирали молодоженов домой. Невесту забирали родители к себе домой, но она уже не невеста, она уже жена. Но тем не менее, они ее забирали. И забирали его, уже не просто жениха, а мужа, тоже домой родители забирали. After the garden is created, the parents took the bride and groom back home. Neiud enda koju ja poisi vanemad, ta ei olnud juba veel, see oli juba see naise mees,
Кавыцит это энтон? Ампою. Они давали ему отрав из успокаивающих трав, и он засыпал. Parents gave groom the special mixture consisting of different herbs. По прошествию суток, ну он просыпался, снова засыпал. По прошествию суток, he falls asleep for 24 hours. Он полный сил просыпался окончательно. After that, he was full of power. Как правило, происходило это на рассвете. А за это время, пока молодые супруги спали, родители ставили заранее заготовленный дом. Они по бревнышку его переносили и возводили дом в их пространстве, там, где их сад. И ставили этот дом. 24 hours and the sunrise, the new house was built by parents and friends, while young men and women were asleep. Põlis kodusse, maja ja panid selle püsti. И вот, проснувшись, полон сил, уже ушли волнения от сдачи проекта. Бежал молодой муж на свое первое в жизни свидание с молодой женой. Я арканут варске и рахуликую. Woke up, he went the first time he could see his woman like, alone, without parents, relatives. Должна была развести огонь в печи. И она его трепетно ждала. And the bride was making a fire and waiting for the groom. Это не первая брачная ночь была. Это был великий день сотворения. That wasn't the first night. That was a great day of creation. Девять месяцев она находилась в этом поместье, и потом рождался ребенок. For 9 months, woman was there. Когда она его рожала, с ней был только created space. And the birth of a child. Могли быть где-нибудь за территорией поместья. The process where only man and woman took part. Он закапывал потом плаценту под родовым деревом. Я такая вас плацента переспугала. И что происходило? Вот так как он с ней длительное время делал проект, и так как она причастна к этой маленькой родине, смотря на свою просто любимую женщину, теперь он видел не просто ее любимой женщиной. Теперь он видел в ней одновременно и кусочек своей родины, своего родового поместья. А разве можно бросить, ну, всегда у человека начинается ностальгия по малой родине, по родине, а по малой родине тем более. Такую женщину уже нельзя бросить, нельзя разлюбить. Она соединена с землей и с родиной. The man sees the part of his space of love inside his woman's heart. And after that, he just can't leave her anymore. Seda ei ole ette kujutatamatu, et mees võiks sellist naist maha jätta. А потом, когда рождался ребенок, он видел в ней еще и ребенка. And after that, when the child is born, the man
So, какой ребенок на свете самый лучший? Well, самый лучший, самый красивый, самый умный – это, конечно, тот родной ребенок. The best child is the child that is born in the space of love. Свою малую родину, женщину, плюс свою малую родину и плюс ребенка. So there is a woman, the space of love, and the child combined. Вот почему кельтские женщины во время сражения не хотели оставлять своих мужей и шли с ними на поле брани. That is why the Celtic women wouldn't want to leave their husbands on the battlefields. А женщины наших с вами стран, в России, которые вот здесь живут, ну, славян, они ведь это великие женщины. У них ведь была такая любовь тогда, в древние времена, что они, когда умирал мужчина, они не хотели жить. И часто умирали вместе с ним. And the Slavic women are also great women. In ancient times, when the men died, women wouldn't want to live anymore and buried themselves beside the husband. Говорят, что это были жертвоприношения, но это не так. People argue that these were some strange things, bad things, but it is not true. It is because of love. Наша задача и задача вот не только Анастасии, но наша общая задача вернуть именно такую любовь миру. To my mind, it is our task, our goal to return such kind of love. Я думаю, что мы это сможем сделать. And I'm sure that we can do that. Еще, вот завершая тему любви, я хотел рассказать вам маленькую историю, как помогают в этом родовые поместья. And to sum up the topic of love, I would like to tell a story about how kindermaids help to preserve to return the love. Вот в поселении, где находится земля для моего поместья, живут 300 семей. In the village of Kindermains, where my Kindermain is situated. Туда пришел человек, и пожилой человек, ему было 80 лет. Больше 80 лет. The old man, more than 80 years old, came there. Он сказал, что он пенсионер, и он сказал, что он хочет купить себе гектар земли, чтобы сделать на нем свое родовое поместье. He said that he would like to buy a hectare of land to create a kindermain for him. Его спросили организаторы поселения, а вам кто-нибудь будет помогать? У вас есть дети, родственники? The organizers of the kindermain village asked him, do you have any friends to help you? Он ответил, что у него есть дети и родственники, но они не будут помогать, они не разделяют ее взгляды, они не читали Анастасию. He said that he had a lot of children, but they wouldn't want to help him because they haven't read the Anastasia books. У него больше не было денег. He has got the land finally. Или хороший дом, и он поставил там солдатскую палатку. He hadn't got a lot of money, but he just put a tent there and lived more than one and a half year there. He wrote lyrics. Когда мне рассказали о нем, то я
поехал туда и стал говорить с ним. When I got the information about him, I immediately went there and started to talk with him. What gives you hope? I asked him. Владимир, вот к тебе пришла, появилась твоя Анастасия. And he said, Владимир, you've got the Анастасия. Я верю в то, что и ко мне придет Анастасия. And I believe that Анастасия also comes to me sometime. Ну, что я на это мог сказать? Анастасия. Прошло what полгода, can I say to him? И к нему пришла Анастасия. Half a year passed, and Anastasia came to him. На 20 лет моложе его. The woman who is 20 years younger than him. And они поженились. She fell in love with him, and they married officially. А эта женщина оказалась еще и более, чем он, состоятельной, ну, в смысле денег. The woman had a lot of money also. И они построили дом. They built a house. Соседи им помогали. The neighbors helped. Они сделали обряд венчания. They did a special marriage event. Пригласили соседей, потому что у них не было прародителей уже. They invited all the neighbors. И я поехал к ним на новоселье в дом. And I also was there as a guest. И вот мы сели за стол, стали угощаться, то, что они приготовили. We sat down, started to eat. И вот эта женщина, ну, видно было, что она ухаживает за ним с любовью. And I saw that the woman is in true love with the man. А вы знаете, кто мой муж? And suddenly she said, do you know who my husband is? Who said, who? И она с любовью выносит его военный китель. And she was love. Brings his military clothes. Actually, he was a colonel, the hero of Russia. After 2 years, he passed away. He was buried inside the space of love. Говорит, когда я у них бываю, она говорит, он не умер. The woman says that the man is not dead. He is here with me, and I still love him. Видели их на сайте. Family of Жукова. On the website, there is family. Let's applaud. That love. Вот, знаете, ну повело уже на тему любви, где трудно вот от одной темы на другую переходить, хотя уже пора переходить, но вот хочется так сказать, это вот сегодня я разговаривал с вашим журналистом, очень хорошим человеком, ну, который здесь работает, и он преподает вот в школе, ну, в университете журналистики, журналистику преподает. А здесь It is difficult for me to leave the topic of love, and today I have spoken with a journalist who is also a professor in the local university. Ну вот где-то он был, я, наверное, я не знаю, может, стесняется. Ну, где он был, я шел Probably he is here also with us.
Но не важно. Нормально. Хороший человек, потому что he's он... a good man. Так, подождите, а это же вот Рейнси. Да, это вот это Си, да. There is Рейнси. Он хороший человек, он рассказал, что он пытается преподавать студентам, и он говорит точно так, как вот Анастасия, когда она учила меня писать книги, он говорит. He's a good man. He tries to educate students in a way like Anastasia says. Нужно не просто факты излагать, а писать так, чтобы у людей вызывались эмоции и чувства. That means not only telling facts, but telling in such way that the emotions would rise in people's hearts. Я вот это вот понимаю, если он воспитает хотя бы одного человека из всего курса такого класса, то мир узнает еще об одном великом художнике, журналисте или писателе. If he succeeds to educate only one person in such way, the world will know about a new great journalist. И вот среди других он задал мне вопрос: а почему именно вас выбрала Анастасия? And he asked me why you were chosen by Anastasia. А я вот отвечу и вам в том числе, а почему именно выбрала меня Анастасия? Now I will answer, and for you also, why I have chosen, I was chosen. Дедушка очень правильно сказал, когда я ему тот же вопрос задал, что Анастасия тебя не выбрала. The grandmother of Anastasia said that Anastasia didn't choose you. Анастасия тебя подобрала, как уже ничего не значащее и никому не нужное для этого мира. Anastasia picked you like some empty object for this world, unnecessary. Если бы ты нужен и важен был, и нравился кому-то очень, она бы не подобрала тебя. If you would be necessary for someone, she wouldn't pick you. А теперь я понял, что настоящие женщины обладают такой силищей, что они даже из упавшего мужчину могут поднять и сделать его значимым. And I realized that the true women have such power to bring the fallen man back and to do something of him, to create something of fallen man. Красивым, стройным, здоровым. To make him beautiful, healthy, talented, strong. И всего лишь для этого, что нужно, это чтобы женщины раскрыли в себе свои потенциальные возможности. The only thing is needed for that, that women would open their potential. Ну вот, от любви сейчас перейдем к политике. So, from love to politics now. Что вот такое вообще происходит? Есть у нас дипломаты, есть у нас политические партии, есть у нас много общественных движений, все работают, все стремятся к лучшему. А почему тогда происходят войны, конфликты, коррупция и так далее, и так далее? So what's happening? People on different levels working to do greater good for all, but still we have wars and bad situations. Ну и
хочу поделиться этим с вами, может, вы меня поправите, что всему вина отсутствие идей, отсутствие видения будущего. Personally, I believe that the reason for that is a lack of an image of the future. Человек не знает и не видит, что будет завтра. Person doesn't realize what will be tomorrow. Nothing inspires him. А по телевидению, в кино показывают якобы счастливых людей, которые сидят в баре, в шикарной машине, вокруг которых женщины полуобнаженные танцуют. On TV, in cinema, false images are shown, and the men are surrounded by naked women, alcohol, sitting in bars, and so on. So, the image of a happy Superman is created, but it's a lie. Ну, попляшут девочки вокруг тебя, пройдет этот пьяный угар, утром проснешься в отмелье. After that, you awake in the morning and you've got a headache. А другого образа нет, не было. And there is no other images on TV. Анастасия дала миру образ прекрасного будущего. Anastasia gave the world an image of a beautiful future. Это будущее, у кого капельку, у кого стучится, просится, как ребенок, родиться. И вы это чувствуете. You feel this image in your hearts. И наступит такой день, когда на земле, и этот день наступит в ближайшее время. The day will come. На земле начнется гонка разоружения. There will be a demilitarization process on the earth global. There will be no conflicts. И люди начнут, вся земля начнет превращаться в прекрасную цветущее поместье. The whole world's earth will start to transform into a beautiful big kingdom. When the earth is all beautiful, people start to live on different stars and worlds, but not in a technical way, but in a psychotelepathical way. Очередная молодая пара, девушка и парень, они сильные, здоровые, рожденные в поместье, у них сильно работает мысль. With a strong thought. Влюбятся друг в друга и увидят, что нет участка под их поместье на земле. Fall in love, but there will no be a space on the earth for them. Силой своей совместной мысли они построят поместье на другой планете. By the force of their creative thoughts, they will raise a kingdom on a different planet. И если там не было озонового слоя, он появится. All necessary conditions will appear. Всего одного человека Бога. Все, что мы видим сейчас на земле. Because only one man, God, created the whole life on the earth. Потому что человек — это и есть Бог. Because the man is God. Потому что человек — сын Бога. The man is a son of God. А как любой родитель, And отец наш Бог хотел, чтобы мы были
сильнее, умнее его. The God as our Father wanted us to be stronger than Him. Я сейчас приведу потрясающие слова Бога из книги Сотворения. The words of God from the creation book. Кто читал Бога, как творил Бог все, что есть на земле, в каком порыве вдохновения и как помогала ему энергия любви. Who read the books remembers how inspired was God when creating the life. И он сотворил человека, мужчину, Адама, как вот все считают, что Адама. He created a man, Adam. И однажды вся вселенная увидела, что этот человек лежит под деревом и грустит. One day the whole universe saw that the man is lying down near the tree. Вселенная, и тогда он сотворил женщину. And after that, the God created woman. Мне нравятся вот эти слова из сотворения, вот когда они впервые встречаются. I especially like the words from the creation book. По траве росою мытой, днем праздничным, в луче восхода, к Адаму дева шла. Кынкас талла леби хейна, мис олет каэртут веевискадега, мис вегетусит пенкест. In the morning, in the sunrise, the gorgeous women were moving towards the Adam. Я вроде на кубеньке с волкушес лени я вниз. Все ближе, ближе. Вот она. Перед Адамом дева встала. Это само смешное. Here she goes. Near the Adam. Поправил ветерок золотые пряди, открывая лоб. Вселенная свой затаила вдох. The golden hair. And the universe has held the breath. О, как прекрасен ее лик, твое творение, Бог. Her face is so beautiful and fascinating. Адам на деву подошедшую взглянул, слегка зевнул и отвернулся. But Adam just looked at her and turned back. Удивилась вселенная. Энергии вселенские удивились. И раздался ропот. Два совершенства не сумели оценить друг друга в творениях Бога. Совершенства нет. The universal energies imagined how it could be that two perfect creations doesn't realize the perfection of themselves. Но Бог не удивился, Он сказал, мой сын, Он Альфа и Омега. Он все из всех. But the God said that my son is Alpha and Omega. He is all. He includes all. Он первый осознал. He was the first. Что в подошедшей к нему деве чего-то не хватает. That something is missing in the woman. Вопрос вселенную заполнил всю. Чего же может не хватать тому,
ком наши все энергии и все энергии твои. The question was in the universe, what is missing, because he already has all the energies of the universe, what could be missed? The God answered, the energy of love. Но я одна, и я твоя, тобой одним сияю. Любовь обратилась к Богу. But the energy of love said that I'm yours, only yours. Я могу рунтести сегодня, ты рекутируна. А дальше мне нравится поступок Бога, что он сделал. I especially like what the God said. Спеши, любовь моя, их обогрей. На землю опустись, их обогрей, всех будущих моих, сынов и дочерей. Hurry, my love, give the warmth to my sons and daughters on the earth. И тогда энергия любви сказала, что по воле я пойду твоей, всех обогрею их, но ты позволь мне оставить рядом с тобой свою маленькую искорку. And the love said, yes, I will go and give the warmth to them, but let me share a small amount of me with you. Aga luba pole mulle jätta sinu juurde ühe väikese kübeke, kübekese minust. И комета и любовь летела на землю, но перед самой землей остановилась, повернувшись назад. As a comet, the love was moving towards the earth, and then she stopped and looked back. И она увидела, что совсем маленькая-маленькая комета, ее искорка, оставленная рядом с Богом, спешила за ней. And she realized that a small comet, a small amount of love, what was shared with God, was also moving towards the earth. И тогда любовь, энергия любви воскликнула. Мой Бог, но почему? Ты даже искорку одну моей любви с собой не оставил. Love said, my God, why haven't you taken the small amount of me? И Бог ответил. And the God said, себе оставить, значит, не додать им, всем будущим моим, сынам и дочерям. If I leave it to myself, then I wouldn't give it to my sons and daughters, and they receive less. Но я думаю, что надо быть достойным такого поступка нашего родителя. Ну так вот, мы говорили о политике. I suppose, well, we should honor such a... Знаете что, вот этот день, о котором я говорил, когда мы сможем превратить всю планету. Вот когда мы сможем всю планету превратить в цветущий сад, он может наступить завтра. Если мы все этого захотим, если мы начнем предпринимать для этого какие-то действия. If you all want and start doing some things, tomorrow the earth can transform into a beautiful garden. Вот хорошую, хорошую такую придумали штучку россияне. Nice idea was created by Russians. Они стали фотографироваться семьями с плакатами, которые сами пишут, на которых написано по-русски.
they started to take pictures of themselves with their families. Also with pieces of paper on which it's written, we are for the law of kingdoms in Russia. И вот сзади показывает этих людей. А у меня вот родилась такая идея. А давайте, чтобы люди, читатели, те, кто хотят строить родовые поместья или мечтают о прекрасном будущем, давайте все вместе с письмами, какими-то письмами, напишем коллективное письмо или каждый свое и обратимся в ООН, конгрессом и правительством, чтобы во всех странах создавались родовые поместья, чтобы во всех странах были прекрасные власти. Let's write letters so that in each country we would have law, so that people could start creating their own kingdoms. Спасибо, что поддержали, а значит, мы их заставим или понять, или заставим под воздействием нашей мысли поступить именно так, как хочет вся планета. Thank you for supporting. I will force them to make the law for the whole planet by our thoughts. Sunnime neid kas mõistma või siis aitama kaasa sellele, et kogu maailm muutuks või. Нет, а вот тогда вот непонятно. Вы же аплодируете, еще переводчик не перевел. Как вы это поняли? А куйдас ма сакласим статусом? Why you're applauding while the translator didn't even say a word? Вы все-таки понимаете? Maybe. Do you understand Russian? Yeah. Maybe. One third of them. Больше мог намного сказать, если бы это знал. I could say much more in Russian. Говорить нужно очень медленно. I was said that I must speak very slowly. Потому что у эстонцев такой менталитет, что нужно говорить очень медленно, и когда-то поверил, потому что мне два раза сказали. Mentality that it is needed to speak slowly, and I believe that. А Алан, да, вот... И Алан, когда встретил, ну, там, у Барова, он так говорит, да... When Alan met me, he started to speak very slowly. Yeah, hello. Everything is all right. А знаете, вот такая речь, она очень сильно успокаивает. Если он говорит, ой, привет, да, знаешь, у нас все хорошо, давай, поехали. Господи, чего так волнуется человек, а он такой спокойный, уверенный в себе. Very calm person. Ну ладно, сейчас попробую разгоняться. Okay, now I'll try to speed up. Ну, как бы с этого уже, ну, как бы трудно сойти. Väärikas kõnak ja väärikas jutt, eks ole, see rahustab, see on palju parem kui inimene hästi kiiresti, lähme nüüd kiiresti edasi ja teeme nii jalutavad, aida ja nii edasi. Ja see mõjub väga hästi ja nüüd ma püüan siis veidi kiiremini rääkida, aga tegelikult see eestas vaid mõjub. Знаете, вы будете жить в прекрасном мире не через 50 лет, а если вы сможете его построить в своей мысли, в своих мечтах, то вы будете жить в нем завтра. You know, you can build a beautiful world in your mind. And in that case, you will start living in a beautiful world tomorrow. В тайге строить проект, помогать строить проект одного поместья. Anastasia in Taiga helps to create one kingdom.
And we can create the project for the whole planet. И вот в моей жизни, вот за 20 лет, все так точно сбывалось, что вот было смоделировано, что я на 100% верю в это прекрасное будущее, которое увидит еще наше поколение. Which was modeled by me came into reality 100%. And therefore, I believe in the idea that there will be a great future for all of us. We will not die. Я все хочу написать книгу о том, как может человек быть бессмертен. I want to write a book about how a person can be immortal. До конца сам не понимаю эту концепцию, о которой говорила Анастасия, но я вам сейчас скажу. I don't realize it totally myself, but I'll try to tell you. Человек состоит из плоти, ногти, волосы, там, тело. The person consists of body and a complex of energies. Чувствуем мы не волосами, не ногтями, не телом, а чувствуем мы вот этим вот, вот этими энергетическими сущностями, которые есть в нас. We feel not by our body, but by the complexes of energy. Они подчинены воле человека. They are ruled by our will. Если умирающий человек будет думать о том, до кого все остается, или о своих болячках, если у них, если они есть, то этот комплекс рассыпется. If the dying man will start to think about his illnesses, the complexes will disassemble. А вот, ну и воплотиться в травинку, букашку, птичку. In new life, the person will be grass or some butterfly. То есть он не будет уже человеком в следующей жизни. In his next life, he won't be a man anymore. И быть снова человеком. But if the complexes of energy are preserved, the man is a man in his next life. But for that, you must plan and think where you will live in the next life. In addition, somebody must want you to be born. Поместье это будет хотеть каждая травинка, каждое деревце, каждый кустик, если ты к ним хорошо относился. In your kingdom, a space of love, each tree would want you to be born again there. И уже научно доказано, что вода реагирует на чувства человека, цветы реагируют на чувства человека. That the water, the flowers react to the human's feelings and thoughts. Если мы успеем построить родовые поместья, if we build the kingdom, то оно будет помогать жить человеку вечно. Help us to live forever. Я об этом когда-нибудь напишу книгу. И, может быть, в следующей книге об этом расскажу. Someday I will write a book about it. Probably in the next book I will tell about it. Здесь говорят, что как бы перерыв должен быть, он нужен. Может быть, кто-то хочет выйти. Do we need a break? Ты mainit, et peaks olema vaheaja, kas keegi tahab välja minna. Kas teeme vaheaja? Что? Вроде хотели. Хотели на перерыв? Да, хотят. Давайте тогда okay, let's do break. Сделаем уже перерыв, чтобы вы могли посмотреть картину. Let's watch the pictures. Сколько перерыв? 15 paintings.
Перерыв 15 минут. 15 минут. How much? 15 minutes. Online at this game. Сильный свет в окне,
While I was speaking, I have cured myself. Это все показывают людей из поместья в России. А так как я вчера был в поместье, и мы попросили, ну и там сфотографировали вот ваше поместье, и тем людям, которые со мной приехали, а я говорю, вот видите, какие в Эстонии красивые поместья. Вот у них в роду вот такое, ну, красоту делают. Сарай, обыкновенный сарай. Старый-старый, а вокруг аккуратные-аккуратные лужаечки. Он стоит на этой лужаечке, как красавец какой-то. Еще и цветочная клумба рядом него. И ничего не валяется, и так далее. Объясняет. А они мне говорят, ну, Владимир Николаевич, у нас тоже красиво. И тут же телефоны, давай вот эти свои поместья. И я тогда решил все это вот, как бы, ну, вместе собрать. Как получилось, это уже на скорую руку, но показать вам. А одно поместье, вот, которое здесь недалеко находится от города, и одно поместье, которое находится в России, в Краснодарском. Сейчас я буду, сейчас немножко расскажу. А перевести вам, подожди, а верните, я же не думал, что они идут уже. А еще верните. And you can see photos. А вот стоп. А еще чуть-чуть верните. Стоп назад. А мы можем перевести ее прошлое? А. Ну это, вот это девочка. Ну тут видите, непрезентабельно немножко. Это вот на этом листе она сделала проект своего будущего поместья. Small girl. Has made her own project. Вот alone, это уже у нее на поместье, вот такое, да. Пили до меня, пехто для сплис кодост, тараги мне надо, энем были сходу до Ася Розет. А тараги за ним, это кайзет, эйна, Исти были сходу, кус оли Асти Роскур, сейзис кайзет, зорт лампи, не за горло. А это ее дом. Это ламп. Это их девушки. This is her house. Да. А это вот пруд. В этом пруду, как они говорят, очень чистая вода. Это вот все в России, в Краснодарском крае. И вот они купаются в этом пруду. Вот если бы этот свет выключили, оно бы лучше. Ну ладно, и так вид. О, все отлично. Как вы быстро реагируете? Кира реакционный там. Perfect. Вот это. А вот это вот... Очень они гордятся, что картошка очень хорошая выросла. Картошка очень хороший урожай. А это вот сын того человека, который со мной приехал. Дима, ты где? Не забыл. А, вот. Вот, это он устроил в своем поместье для своей дочери, пригласил оркестр из филармонии. Так вот, сюда мы были в оркестре. А вот это у них помидоры, капуста растут. Томаты, кабачки. Дальше. А вот это эстонское поместье. Вот тут чуть-чуть маловато где-то. Ну вот тут, посмотрите, какой красивый. Very pictures. А вот рядом пруд. Вот это вот он пруд. Also the pond. И тут тоже почему-то чистая вода, хотя там не бьют ключи. Also with вот дальше видите стеночки. А вот это вот тоже эстонское поместье. Вот это вот сарайчик такой, вроде бы, кажется, а на самом деле там комнаты для гостей. Но, на самом деле, ну, вот это вот тоже пруд. Also pond. Another pond. Вот такая стеночка, лужайка. A little wall. Вот это тоже еще один из домиков такой, наверное. А нет, подожди, это баня, похоже. This is a sauna. Крыша, вот, конечно, это очень интересная такая. Interesting roof. Дальше. А, это уже российская, да? This is Russian. А, ну да, это уже россияне пляшут. Russian people dancing.
celebrate. Вот, кстати, из моего поселения очень много людей просили передать вам привет. There are a lot of people from my own village of Kindermays said hello to the Estonian people. Estonian? Oh, with people? Estonian, yeah. Я так понял, что и от вас тоже я передам привет всем российским строителям. I will say hello to all Russian creators of Kindermays. Раз, два, ага. Так вот, я не объявил, когда уходили мы на перерыв, что, может быть, я говорю, потому что это мне интересно, а у вас есть свои вопросы, так я готов на все эти вопросы ответить. I'm ready to answer all of your questions. Я еще хотел рассказать о том, что я еще хотел рассказать о том, что в России группы ученых занимаются явлением Анастасии. Apart from that, I would like to tell you that in Russia a group of scientists are studying the Anastasia phenomenon. Писали научные работы. Some of them created the scientific works, в которых разбирается, и что такое явление Анастасии. In which they discuss what the who the Anastasia is. Что будет в будущем? What awaits us in future? Одна из таких фундаментальных работ написана ученым из главного университета России имени Ломоносова Павлом. One of such fundamental works is written by the scientists of Lomonosov Institute in Moscow, Professor Pavlov. Часть этой работы есть на сайте anastasia.ru, вы можете ее прочитать. Part of this great work can be found on the website anastasia.ru. Надо нам создать международную группу ученых. I think we must create an international group of scientists, которые могли бы показать и доказать и главам государств, и людям, что в этом есть научная основа. Who could scientifically prove to people and to the leaders of the countries that the Anastasia words can be scientifically proven at all? Мы начнем ее осуществлять. The idea just came to my mind now. Видно, он найдет этих ученых, которые интересуются вот этой проблемой, это не проблема, этой задачей. И начнут они вместе работать с нашими. Let Alan find such scientists who are interested to solve such kind of tasks. Let's work together. With Russian scientists. Я так сейчас начну отвечать на вопросы, раз вы поступили. Now I'm starting to answer the questions. И когда вспомню еще о чем мог, хотел бы сказать вам, я прервусь и буду говорить. Probably remember something in addition to that. Well, let's start for now. Здесь еще присутствуют гости из Тайваня, Гонконг, представитель издательства. Но спасибо, что приехали. Thank you for coming. В наш небольшой, но чистый город. To our small but clean town. Из своего Гонконга. From Hong Kong. А вот вопрос. And here is the question. Гонконг очень маленькие и густо населенные места. Very small and well populated. Цена там очень дорогая и почти нет свободной.
каждой семье иметь родовое поместье сложно. Что вы предлагаете в таких случаях? What do you suggest? Вот знаете, когда есть сильная мечта, сильное желание, сильное стремление, все получается даже невероятно. If there is a strong will, strong desire, all things will happen in a way you think about it. I cannot foresee how the things will go in Taiwan. The first thing which came to my mind, that people from Taiwan will immigrate to other countries, get married, and get the land. Если захотят, они найдут землю под свое родовое поместье, и там будет их малая родина, а потом большая. If they want, they will find the land for creation of kingdom domains there. And there will be their homeland. Do you live in your kingdom? What is your purpose of life? Там, где мое родовое поместье, еще не высажены кусты, сад, деревья. In a place where my kingdom is, there aren't any trees or flowers planted, unfortunately. Потому что там нужно землю сделать хорошую землю. Because we need to make a good soil for that there. Там в моем родовом поместье примерно вот такой вот высоты слой плодородной почвы. About 20 centimeters high, the amount of soil, the layer of soil. А дальше идет in which anything can grow. And below that is clay. Каждый год высаживаю там горчицу. Each year I plant some cultures. Крабс. Иногда рожь, чтобы some grain, so that the layer of the soil is increased every year. Я буду делать так еще года два, а потом высажу туда все, что заготовил, деревья, кедры, которые растут у меня на другом участке. Я посадил их маленькими, они сейчас вот такие. I will follow such steps two more years, and then I will plant the trees and flowers there. But those trees are now on the other piece of land. С нехорошей почвой, потому что так получилось. But I took that land with not good soil, just because it happened. Однажды я поехал в поселение родовых поместий. Once I visited a village of kingdomains. И организатор этого поселения стал показывать, какие у них там родовые поместья, какие вот уже кто построил дома. And the organizers started to show me the progress of kingdomain building and creating. И мы ехали по дороге, я смотрел на цветочные клумбы, на дома, которые строятся, некрасивые дома. И вдруг мы подъехали к такому небольшому, не участок, один гектар земли. We were riding and I was watching on trees, houses, flower beds. And at last we arrived to 1 hectare of land, which has a lack of trees and flowers. Mm-hmm.
И я тогда спросил у него, а почему вот справа там что-то делается, слева что-то делается, а на этом участке ничего не делается. Why this Hector is kind of abandoned one? А он говорит, потому что вот владелец этого поместья не приезжает к нему. And the driver answered, because the owner of land doesn't visit it at all. And he asked, who is the owner of the land? А он мне говорит, это вы, Владимир Николаевич. And the driver answered, that's you, Владимир Николаевич. И выяснилось, что вот эти вот люди, которые организовали там поселение, там 300 домов, они просто взяли один участок и сказали, а это будет поместье Мигре. Ну, наверное, I realized that the people who organized the village of Kindermans just took one hectare and said, let it be the Migre's land. Я тогда вышел из машины и пошел по этому участку. I got out of the car and walked through the hectare. Мне вот так стало жалко. And I felt such a pity about that Hector. It's like an abandoned child. Like an orphan. И я тогда, чтобы быстро что-нибудь сделать, купил домик вот на колесах, ну, как автодом. And вот, to do something, I quickly, quickly bought кухонька, a house on wheels, спаленка, small house on туалет, wheels, душ, like кровать. Was kitchen, was a toilet. И туда его пригнал, поставил. And drove it on the Hector. Вырыл пруд. I made a pond. Скосил всю эту траву. Got down all the grass. И стал каждый год там высаживать, и стал каждый год вот высаживать растения, которые удобряют почву. And every year started to do some things to increase the layer of soil. Но и там я как раз в этом поместье собираюсь построить вот баню птицу, о которой говорил. And in that kingdomain, I'm planning to build a special bird sauna in which. About which I wrote in the last book, Anasta. Architects from Kazakhstan have sent me some interesting projects about it. When the time comes, I will build it. What is usually the daily plan? Наверное, не хватает у меня силы воли, чтобы стать чтобы вести правильный образ жизни, делать зарядку, I have a lack of нормально питаться to, и не злоупотреблять привычками. To exercise, и to, не хватает. Eat healthy food, но я думаю, что вот, знаете, я же говорил, когда вот второй раз встретился с Анастасией, и она меня вылечила. Bad images. Вот, есть такое свойство, and наверное, у многих женщин оно есть. Она when смотрит, I secondly met Anastasia, she cured me. И она сказала, что она это сделала, но больше она никогда этого не будет делать. She made it once, в этом ничего хорошего but she said that it is the last time, because it is not good for person to get cured, but not to change his lifestyle at the same time. Ja tuleb meelde see juhus, kui ma käsin Anastasia juures ja siis ta vaatas, et ma olen haige ja oma pilkuga ta ravis mind. Ma hakkasin väga kõvasti igistama ja eriti igistasid jalad ja kõik maikus lahkus minus kehast. Ja ta see, kui ta tegi seda, aga ta ütles, et ta tulevikus ei hakka kunagi seda enam tegema. И действительно, когда говоришь, когда знаешь средства, как вылечиться, очень легко вылечиться, то yes, if you know the cure,
you misuse them, use them too often. Ja nüüd siis ma, kui ma juba teadsin, et selline võimalus on olemas, et ta ravib nüüd oma pilguga ära, siis ma hakkasingi ilmselt seda kuritarvitama. Вот люди, допустим, у меня была язва 12-перстной кишки. Люди с таким заболеванием знают, что им нельзя там, пить, курить, или should follow a very specific healthy diet. They couldn't smoke or drink coffee and so on. They need to visit special recreation places. Заболит желудок, можно взять кедровое масло и несколько раз его выпить. But I know if the stomach if there is stomach ache, it is possible to take the cedar oil, a few drops, and then it is cured for now. You should do that before taking some meals. I know that, and therefore I doesn't follow any diets. Если бы я знал этот способ, я бы соблюдал. If I didn't knew this way was cedar oil, I would follow the diet. Each illness is a conversation between God and the person. Если ты отклоняешься от какой-то вот If you do not follow the God's program, the God says you via illnesses that you are doing something wrong. Ну и вот я считаю, что мне есть еще что в себе исправлять. Personally, I believe that it is my I can improve much in myself. Что является целью вашей жизни? What is your purpose of life? Мне бы хотелось, чтобы мои дети вот увидели то прекрасное будущее и чтобы я его. I would really like that my children. See that beautiful future materially, because personally I see it in my thoughts, but I would like to see it in things, in material things, and that is the purpose of my life. What does Anastasia every day? Is she helping people? Who is living not in cities, but on land. Поэтому я могу сказать, чем сегодня здесь, конкретно в этом зале, занимается Анастасия. I can say what does Анастасия here today in this hall. I suppose she can see what is happening right now here. И она каким-то образом способна помогать и помогает. And she somehow is able to help and helps. Ведь и не просто помогает, а очень сильно helps, but helps very deeply. Ведь по большому счету, почему я здесь стою сейчас, и почему вы здесь сидите, и почему вы здесь общаетесь? Конечно, все это событие, это действие произошло благодаря This all is happening because with the help of Anastasia. И может она это событие, как и множество других событий, видела еще несколько лет. She had foreseen this event many years ago. Вот я думаю, что она делает все правильно, и там на таежной полянке, I когда находится right, свои мысли в ней. In the right way. Mm-hmm.
Ну, вот это вопросы Стефана из Тайваня. That's the questions of Stefan from Taiwan. Стефан, вопрос. У нас тут очень много есть вопросов записано. Ну, давай. Читаем. Давайте я сначала прочитаю по-эстонски, а потом по-русски. Ну, хорошо. А пусть вы... Если много вопросов, то, может быть, ну, как бы, есть несколько вопросов на одну тему. Так вы их, пожалуйста, вот как бы... Let's regroup the questions. Ну, давайте начнем с тех, которые есть. Правильно, Ильма, на драмат... ...саврасов... Some topics, according to some topics. ...тольмейнид мысли теамисед. Mida arvab sellest raamatust Vladimir ja mida arvab sellest Anastasia? Сейчас появились книги, а это инициал Саврасова, знание хранилищ Дольменов. Что вы сами скажете про их? Что во время хранилищ Анастасия? Saving the knowledge. Какие книги? What can you say about those books? Знание хранилищ Дольменов. The knowledge which is kept by dolmens. Эта книга называется «Знания хранились дольменами». Как по-русски правильно? Что? Что? Дольмены хранилище знаний. Название. The dolmens are the database of knowledge. Что вы про эти книги думаете? Что? What is your opinion about those books? Так я их не читал, я не знаю, I haven't read those books. Но я знаю, что вот в России появилось Russia, очень много книг, там, допустим, одна называется there is a lot of books, «Анастасия – это я». Like, Anastasia is me. Какая-то женщина считает, что она Анастасия, что some она woman, все мне pretends that she is Anastasia. Что это она, и вот она пишет книгу там что-то. And she writes a book about it. Венеман кирюта рамат, что Анастасия оленьки, как я, как Владимир. Там тоже велья маленькая, кирюта сестра рамат. Еще там появляются книги addition, «Разговор с Анастасией». A book appeared called «The Conversation with Anastasia». All in all, there are a lot of books connected with Anastasia, because an image is probably people try to use the image in commercial ways. Все, но эти книги, они существуют, но они не становятся популярными. All of those books exist, but they are not becoming popular. Люди сразу их отторгают. People oppose, they don't want to read them. A lot of books about dolmens appeared. Много ученых сейчас обращают внимание на дольменов. И в Москве открылся такой музей исторический, где сделали, ну, и в музее уже поставили дольмен. Прямо в Москве, прямо in Moscow, the dolmen was placed in the museum. В Геленджик, вот там было сказано, что Геленджик будет богаче Иерусалима и Рима. It was said in Anastasia's book that Геленджик would be richer than Jerusalem. Thousands of people each day visit dolmens nowadays. Ну и видно, все идет так, как нужно. Well, I see everything is goes like it is needed to go. Another question. Do you see Anastasia often nowadays? Have you seen your son after he left? No, I haven't seen him after he left. А что касается не вместе с Анастасией, а как они вместе с Анастасией?
that I'm not with Anastasia. How can it be? How can you say that? В мире, наверное, не существует такой женщины, которая бы так пристально за тобой следила и так четко с тобой общалась, как это делает Анастасия. That follows you so much and observes you like Anastasia. There's no such woman like Anastasia. Вот, я, допустим, могу покурить. For example, I can smoke cigarette. Но для того, чтобы мне ее выкурить в спокойно, мне надо куда-то спрятаться. But I must hide to smoke calmly. Потому что если я выйду на улицу, то около гостиницы, if I'm outside, и закурю, and start smoking, то обязательно почувствую на себе осуждающий взгляд. Then I feel that somebody watches on me. Если я буду идти с какой-то молодой, симпатичной женщиной, то тоже почувствую на себе осуждающий взгляд. If I'm walking with some young lady, I feel that somebody is watching me also. Я вхожу в это помещение, вот сейчас вхожу в это помещение, да здесь кругом Анастасия. The Anastasia is everywhere here, around. У меня в кабинете висят великолепные портреты родителей Анастасии. In my personal room, самой Анастасии. Amazing paintings of the Anastasia parents, Anastasia herself. Знаете, вот когда я шел к вам на, я очень много встречался с людьми, все время мы говорили о поместьях, об Анастасии, я давал несколько интервью, и немножко перенапрягся, и как бы не знал, о чем здесь буду говорить. I didn't know about what I should talk here. И тогда за 30 минут, чтобы вот прийти сюда, я сел в номере гостиницы, открыл, и стал смотреть на портрет Анастасии. Came into a hotel, opened the Anastasia painting and started to watch it. And then I came here and I speak. And all those 20 years, there was no day that I wouldn't think about Anastasia. Ei ollut yhtäkin päivä, millä mä ei oleks tema peale mõelnud. Знаете, можно вот жить с женщиной в одной квартире you can live или на одной with поляне, a woman в одном доме. In one flat house. On one land. Приходить домой, ложиться на диван и читать газету. Или смотреть телевизор. Arrive home. И будет watch считаться, TV, что ты живешь с этой женщиной, read a newspaper, and that all people think that you are living with that woman, but in fact, you are far, far away from her. А класс заключается в том, что ты далек от Анастасии, вроде бы. Но на самом деле, каждый день ты ближе к ней, чем человек, лежащий на диване, читающий газету, он дальше от своей жены, а я к Анастасии. That man who is reading newspaper, lying
on in the flat, but not not socializing with his wife. Так что я храню верность Анастасии вот все 20 лет. Я считаю, что я рядом. I'm truthful to Anastasia all those 20 years. I keep her in mind. Kuidas peaks ülikoolis üliõpilast õpetama, kui kõik õpetada peab olema teaduspõhine? Вопрос. Как надо обучать студента, если все, что там обучается, должно быть доказано этими учеными? How the students can be taught in universities, if everything should be proved by scientists? Все, о чем его обучают, должно быть доказано, научно доказано. Ну, вот знаете, у меня же нет высшего образования. I don't have a higher education. Я не учился в институте. I haven't studied in the university. All my knowledge миропонимание of world understanding is because of Anastasia. Вот я неправильно сказал, что у меня нет высшего образования. Well, I said wrong that I do not have the higher education. Конечно, у меня есть высшее образование, высочайшее образование. I have more higher education. Имя которому университет Анастасия. The name of which is the Anastasia University. А но я все это говорю к тому, что вот на этот сложный вопрос о том, научный мир, студенты, я не могу ответить, чтобы на этот вопрос отвечали специалисты. Может быть, я answer. Вам могу сказать со своей позиции, что если у нас нормальное было преподавание, то меньше бы нам люди болели, у нас не было бы войн, и у нас would have suffered much less. There would wouldn't have been worse. Aga ma olen vaist sellest selle kohta, et kui meid õpetatakse õieti, siis oleks meil sõdasid, inimesed oleks haiged ja me elaksime teistmoodi. Вот аюрведы, что это такое? What is Ayurveda? Ну, это древние знания строения человека, медицинские знания в Индии. The, how, human is functioning, human body and soul. Вот во многих странах преследуют знахари, говорят, что это шарлатаны, и так далее. The people who have knowledge are followed in a bad way. А в Индии взяли и при государственных университетах стали учить врачи аюрведе, вот этим древним знанием. State universities include courses, аюрведа courses for doctors. Появились высококлассные врачи. Therefore, the high-quality doctors appeared in India. Которым едут лечиться люди из других стран, даже из стран, где вот эта традиционная наша обыкновенная медицина вроде бы на высочайшем уровне. Meet those doctors. Моя бабушка была целителем. My grandmother was a healer. И она лечила многих людей, я видел, как она лечила моего отца. She cured a lot of people and personally I saw how she cured my father. In the village I was born, there was a lot of different grannies
who could cure people with herbs. Сейчас их нет. Nowadays, they're gone. Я считаю, что в каждом учебном заведении personally, I believe нужно, that in чтобы each людей, и даже school, не обязательно в медицинских учреждениях, во всех учреждениях medical institutions, учили бы людей must be taught лечить to cure, с помощью to heal народных средств. Not only by conventional, but as well by oriental methods. И не только. Я считаю, что в каждом в учебных заведениях должен быть факультатив, где бы учили женщину, как обращаться с мужчиной. I think in all universities must be special course to which a woman must be taught how to treat men. It doesn't mean some intimacy. Но в женщине скрыта такая сила, but которая the woman может holds поднять such power любого мужчину, that can rise a fallen man, сильного человека, made a strong man of him. Смотрите, что происходит. Вот возьмите okay, let's see what is happening. Любого let's поэта, take любого lyrics. Кому они посвящали свои to whom they dedicated their first lyrics to women? Вот несколько тысяч лет назад, a few thousand years ago, на праздник Масленицы, выходили мужчины и женщины, одеты в сорочки, шланка. Woman dressed in a special way. Если какой-то мужчина был не очень хорошо одет или не очень хорошо выглядел физически, if some man wasn't dressed in a good way or wasn't physically good, so, the woman was to blame. Есть такая восточная мудрость. There is a Eastern кто сделал тебя сильным мужчина? Who has made you strong man? The wife. Кто бросил тебя в пропасть, мужчина? Жена глупой была она. The wife's wife. Поэтому has made a man strong. Преподаются какие-то дисциплины, все такого учебных заведений, такого технократического направления. Я считаю, что нужно преподавать и веды, и аюрведу, и бывших, и зарекомендовавшие себя тысячелетиями некоторые знания. Other knowledge, ancient knowledge, which we can retrieve from thousands of years ago. В том числе на эти знания нужно обратиться и в вузах, которые готовят наших экономистов. In addition, может быть, в первую the economists очередь, must also learn and get some knowledge. The people who try to rule the whole country, governmental people, must get the knowledge. The Ministry of Economy of Development is existing in every country. I believe that there are economists here also. Let's solve a simple task, economical task. Вот эта вот ладонь, это this участок hand, земли с гектар, на котором работает человек с косой и косит рожь. Hand, it is a one hectare of land on which one man is working. Он за день может выкосить, если сильный человек, мужчина, целый гектар. One man during one day can work out the whole hectare.
to produce. А вот на этом участке человек работает на комбайне, современном комбайне. And on the other И он может за то же время, за день, вынести 50 can work 50 hectares with the aim of technical instruments, like the machines. Чей труд более эффективен и более рационален, более экономически выгоден в стране, территории, там, кому угодно? Кто может сказать? И почему? Who can say and why? Такого вопроса, казалось бы, даже ставить нельзя, потому что здесь один человек выкашивает только один гектар, а здесь человек, который сидит на комбайне, выкашивает там 50 гектар. Hectare, как такая вообще задача? Она ясна. Да, 50 гектар — это, конечно, yes, больше, we can say 50 hectares is more than one. Muidugi, siin ei saa nagu olla küsimustki, et kui üks mees niidab ainult hektar ja teine 50, siis ei tohiks seal üldsegi olla küsimust. Если делать более точные экономические расчеты, то нужно считать, сколько человек добывали металл для этого комбайна. Täpselt arvestada, et hakkame vaatama, mitu inimest on teinud tööd, et saada raua kombaini. Сколько человек изготавливали этот комбайн? Сколько человек его красили? Потом доставляли до этого места, где он, до этого поля. И в итоге мы получим, что вот здесь человек с косой косит, а тут не один человек сидит в этом комбайне. And the first hector, one man is doing his job. And on the other piece of land, a whole group of people are sitting in that machine and working on the hector. Мало того, они еще, этот комбайн еще чадит. И в землю попадают ядовитые выходы. Non-organic waste. Мало того, этот комбайн может сломаться и будет пропадать урожай. Machine can be destroyed. Короче говоря, такая фантастическая ситуация, но получается в конечном итоге, что человек с одной косой is a fantastic situation. Более производительный, чем человек was a simple tool. Is more efficient than a man with the help of a machine. Но при выпуске комбайна столько людей обеспечены работой, что думают, что это machine, хорошо, и не обращают экономисты на это внимание. Many people are supplied with work, so economists think that it is good. Как мы хорошо живем. Мы можем пойти в магазин и купить яблоко. Or we can go to the shop and buy apples. Bring them home and eat. Но but прежде чем это яблоко купить, мы должны сходить на работу. Just before we buy the apple, we must earn money. Позаниматься не всегда любимым делом. To make some things that we do not like usually. Get money and then just then buy an apple. Что-то здесь есть какая-то экономическая, психологическая ненормальность. Something is not normal, economical and psychological. Ведь при нормальном образе жизни человек может просто протянуть руку и сорвать яблоко с дерева. In a normal kind of lifestyle, a man can just use his hand and pick up an apple from the tree, which is growing in his garden. Such a story, I can't remember it correctly from the new book. Собрались ученые, the scientists gathered the best ones. Поставили перед ними задачу. And there was a task to create который бы при необходимости мог
which could repair itself, чтобы он сам заезжал в гараж, which could drive by itself, which could be driven with the usage of many types of fuel, возвращался в гараж даже из далека. That it could return поставили home задачу, by itself один ученый from far, far away. Через годы говорит, да, after one year, one scientist came and said, yes, I did such an automobile, which uses different types of fuel, electricity, gas. Ja saaks ise sõita garaaži ja kus ta ka oleks, alati leiaks oma kodu garaaži ülesse. Ja siis приходит другой изобретатель, another scientist came and said, смог вот полностью всё выполнить. I couldn't fulfill the all conditions. It is not possible. Esimene teadlane tahtis, et oleks erinev kütus, aga teine ütles, et ma ei saanud selleks nagu hea lahendus leida. И вдруг комиссия слышит цок-цок-цок. A commission hears. Ведет под усы молодой изобретатель лошадь. One young scientist is coming with a horse. Вот, говорит, устройство, которое работает на разных видах топлива. It is a device that works on different types of fuel, and even more, it finds the fuel itself. In addition, the device can drive itself back home. Или устаревает, оно вместо себя рожает новое устройство. If the device becomes old, gives birth to another device. Видите, какая тонкость, но ему сказали, что ваше устройство, оно медленно ездит. But other people said that your device moves slowly. And he answered, my device is has a high speed, but such high speed that do not lower the И знаете, что получается? Вот представьте себе дальнобойщика, который едет на машине со скоростью 120 км. Imagine a man driving a car with a speed of 120 km per hour. Он проехал 10 стран. He drove through 10 countries. А что он видел, кроме дорожной разметки? What have you seen apart from the road itself? Лежит просто и думает, и видит, что происходит вокруг. If the man is riding with the usage of a horse, he just watches around and thinks. Что же нужно было преподавать студентам? Как изобрести новый автомобиль? Или, может быть, как усовершенствовать, если это возможно, лошадь? What we should teach students how to invent a new automobile, or how to treat the existing horse. Вот чего-то я, представляете, какая самость, начинаю осуждать наши великие университеты и пытаюсь рассуждать, как нужно преподавать. I'm trying to speak not in a good way about our great universities. Хорошо, что очень много критики было в мой адрес. That's а то бы вообще такая гордость сыграла. И people criticized me. Kujutage ette minu ülbust, ma hakkan arvustama meie ülikoole ja hakkan neile siis nagu ette sööma seda, mida nad peaks õpetama. In other way, it would destroy me. Может, кто-то думает, что я в шутку говорю это про университет. Я это всерьез. Some people think that I'm joking right now, but it is not. Ну, еще вопросы. Another question. Следующий вопрос.
Что, по-вашему, хочет сказать Бог, если человек заболеет какой-то нервной, неизлечимой болезнью? What do you think? What the God wants to say if the person has a serious nervous disease? Can they create their kingdoms and can they produce the healthy children? I don't understand the question. Kas nii sellised inimesed on ka vajalikud selleks, et luua hea maailmas? Kas nendel võivad sündida those people with strong nervous diseases, are they needed in the process of creation? Когда человек заболевает какой-то неизлечимой нервной болезнью, что хочет сказать Бог этому человеку? What can God say to a person who has a serious nervous disease which cannot be cured? How can they help to improve the amount of good on earth? Такие вопросы для меня очень сложны, особенно что хочет сказать Бог. Questions are very difficult for me, especially concerning what God wants to say. I think that such diseases can be cured with a right lifestyle. More people are living in a stone blocks. Неизвестно еще, кто из них неизлечимо болен. Те, которые согласились посвятить свою жизнь этому каменному мешку, probably those who are agreed to live and to work for this small stone block, probably they are ill because the energy of love cannot live within such conditions. Непрерывно умирают. Я имею в виду стареет водопровод, стареет стол, there are a lot of things which permanently die. The things are getting older and older. I mean, not living things, but artificial ones. By stone block, a simple flat has meant. Korteris, kivi majas, kõik kogu aeg hävib veevärk, elekter, kõik maja laguneb ja siis laguneb ka inimene, kes elab sellises kohas ja orjab seda oma korterit. Võib-olla see on hoopis läbi aige. Вот. Ну, поэтому я просто говорю, я высказываю свое мнение, но я считаю, что любую болезнь можно вылечить правильным образом жизни. I believe that each disease can be cured with a right lifestyle. By following the right lifestyle. Весь вопрос в том, какой образ жизни наиболее правильный. The question is, what lifestyle is right? И какое построение родовых поместий наиболее правильное? What type of creation of kingdoms is mostly right? Это нужно еще исследовать. It is a question to discuss and to research. Возглавляет, как бы по одной системе сформировал вот сообщество людское, которое живет. Society, and they have their own model for it. Формулировать сельскохозяйственные полискодозы асунтуси. В России и в других странах это сделано будет по-другому. In Russia and other countries. Сейчас в Америке делают там поселения родовых поместий, они там тоже устав какой-то новый. In the United States they apply completely new ideas about kingdoms. А кто из них наиболее прав и жизнеспособен? Покажет время. Which of them
is right and sustainable, more sustainable. Я думаю, что будет взято все лучшее. У кого будет лучше получаться, почему и почему, будет оттуда взято. We can take the best pieces from all ideas from different countries. Но если человек говорит, что заболевание нервное, то я думаю, что ему нужно жить the disease is nervous. На природе. I suppose the person must live in nature, in natural conditions. Ну да. Вы знаете, вы говорите, может быть, без микрофона, то я туда направлено все, я вас плохо слышу, не разбираю речи. Когда вы мне вопрос читаете? It's better without microphone to ask questions. How the schools in the main villages, how they differ from the usual schools? There are not so many schools in the main villages in Russia. The parents are trying to organize and manage the schools by themselves. In my village, 4 hectares were specially devoted to school. It is called noospheric school. The children are taught dancing, languages, mathematics, with the usage of some special system. But in winter, children attend usual schools. Но вот тем не менее они очень много внимания уделяют детскому воспитанию. A lot of attention is paid to raising of children, their kindergartens. Будет создана какая-то программа для этих школ. I suppose some special program will be created for such types of schools in the future. Your son, what is he doing now? I don't know what is he doing, but I totally believe that he is doing something good. Probably he is searching his girl, second one. Just walking around and searching. Probably he will find her and will create his own domain. And he will help people. Probably he will come as a guest to my domain. Have your daughters in different ways met each other? Да, yes. Нет, они общались. No, they haven't met, but they socialized. Next question. Why there is no photo of Anastasia or the children? Well, have you read the chapter? Specific chapter. Ja me kõige vastab niimoodi, kas te olete raamatus lugenud
The chapter was called like Overtake, Overtake. Вот вы же читали в книге главу «Захват». The chapter Overtake. Ведь вот я сейчас перед вами. No, in front of you, alone. Но я не хотел бы, чтобы вот такой же путь прошли мои дети. And I wouldn't want such way for my children. Ведь все газеты России. Because all newspapers in Russia. Написали плохо обо мне и such, some bad things о моей me, семье. And about my family. Какие-то силы распространяли лживую информацию. Some forces developed и говорили о том, что я призываю всех людей уйти в глубокие леса. It was spoken that I invite people to live in deep forests in taiga. А строители родовых поместий это чуть ли не едят своих детей. The creators of the kingdom domains are eating their children. Что это несчастные люди. That it is unfortunate people, very sad. Очень легко было поехать в любое поместье и посмотреть, что там люди, very easily, дети играют you can go to kingdom domain and watch how people live there. That there is school, there is computers and so on. But such type of bad information was developed by some forces nonetheless. Если вы читали книги, то вы знаете, что Анастасию if you have read the books, you know that the Anastasia, some people tried to overtake the Anastasia, to kidnap her. I wouldn't want such a way for my children, for my son. And in a place where he's now, he's more safe. When I was in the United States, in the United Nations, I spoke a lot with different people, with psychologists. Анастасии ничего не стоит изобрести такое оружие, которое they say that it is easy for Anastasia to develop some tremendous types of weapons that we even cannot imagine. И то, что она действительно вложила вот в книги какие-то звуки, это уже бесспорно. She implemented some special sounds in the books, into the books. And и, конечно, that is for sure. Когда на нее напали, when she was attacked, ей, they что мы вас offered her a protection and so on, so that she could go with them. Я не хочу, чтобы моих детей кто-то запер в клетку условно, а потом съел. My children to be put into cage. Поэтому like rats to поэтому, наверное, to be researched. Что so все происходит так, как it происходит. Is, it is more calm for me in such way, like it happens, you know. Вот я говорил с вашим астрологом, и он понимает, I was speaking with your astrologist. He understands that почему нельзя говорить дату рождения? I cannot show their photos. Why it is not possible to say the date of the birth?
the astrologist understands that. Well, that is my answer. Вот больше, чем вышла Анастасия, выйти вообще в народ трудно. Можно, конечно, выйти на сцену, стоять, Анастасия did her best что я Анастасия, in the field of interacting with people. Well, she could go on stage, but that will be different Анастасия than the one I described in the books. It is hard to imagine such a situation. Kui paljud nendest, kes Anastasiad, kes ennast Anastasiad, kes kuulutavad, need on tõesti palju. Она избрала другой путь. Она сказала, что she я душу людям все я в людях выстаю душу. I will give all my soul to people. They'll stand in people's hearts with my soul. Nendest inimeste südamest vastu pidada ja selleks tähendab oma ennast. No vot tak ja ütlen. That is my answer. Question. You travel a lot. You have seen many kingdomain villages. What do you think? What supports the development of kingdomains and what isn't good for the development? Что способствует, а что препятствие? Вопрос немножко The question is slightly non-understandable. A lot of factors can resist the development of kingdomains. Lack of money, lack of land, lack of helpers, lack of will. Well, I can't answer correctly this question. Sellepärast, et küsimus on natuke arusaamatu, et ta ei saa sellega nagu pika puuga lüüda. Next question. На какой стадии находится проект закона родовых поместьях России? What is about the project of kingdomains, the law of kingdomains in Russia? At what stage? So there is a political party, LDPR, in Russia, one of the first, presented the project of a law. The government. After that, the Communist Party also presented their own project of a law about kingdomains. Some forces tried to rename it. Ну, короче говоря, вот в Государственной Думе сейчас находятся два проекта закона. There are two projects of law about kingdomains. Принят в Белгородской области с подачи губернатора, принят законодательным собранием в Белгородской области in Russia. И он там действует. The law exists already. Президент России подписал указ о дал согласие на передачу земли на Дальнем Востоке. Approved a law about people can gain a free land on the eastern part of Russia. Здесь вот не просто нужно принять закон правительству, президенту,
It's not the idea about making law, but the government must understand, deeply understand the law and the idea of kingdom means. And only after that the people will react. Tuleb veel seda mõista ja kui inimene inimesed tõesti hakkavad mõistma, mis toimub, siis nad hakkavad sellele teistmoodi reageerima ja siis see kõik läheb hakkab paremini. Я думаю, что на следующем году, когда пройдет наш теплоход, и когда мы встретимся большим количеством людей, наши страны очень быстро, наши политики быстро должны принимать politicians will start developing such laws, not only in Russia, but in other countries and in Estonia as well. Suhtlema ja sõbrutsema, siis väga kiiresti poliitikutele jääb muud üle kui võtta selline seadus vastu. Вы, пожалуйста, вот если у вас будут появляться какие-то идеи, планы на следующий год, appear, вы пишите вот на этот сайт, пишите фонд. Via the site, the fund. Ну, фонд есть Анастасия в России, fund Anastasia in Russia, более 15 лет. Is existing for more than 50 years. Я думаю, что там все эти идеи будут учтены, и мы сделаем очень... We'll collect those ideas and make a great event. So we're waiting for ideas from you. Can you imagine there will be an exhibition of paintings on the ship? Bards, singers, perform there. A lot of songs were written which are devoted to Anastasia in Russia. Ja Venemaal on üldse konkursid, Anastasia teemaliste laulude konkursid, väga populaarsed. Ja kui te midagi tahate selle kõige kaasa aidata, kaasa mõidata, kõik on mõtetud tere tulnud. Это мне показывают условным знаком, что пора закругляться. Это the time has come. Ладно. Знаете что? Давайте еще отвечу на два последних вопроса, на три очень коротко. Three more questions. И потом буду подписывать книги. Then I'll sign the books. Где живой изгороди осина подходит или нет? Что? Где живой изгороди осина подходит или нет? The special type of tree is suitable for living wall. Yes, all types of trees are suitable for the living wall. When will the next book be published? I think after half a year there will be a new book. Et küsimus, et praegu on väga terav teema pagulased, kes tulevad suurte hulkadele Euroopasse. Kui nad peaks jõudma Eestisse ja Venemaale, kas see oleks ohus poliskodudele? There is a big problem nowadays of, about refugees from Africa. How can we maintain the safety of our domains? От них будет какая-нибудь опасность, где родовые поместья, если они будут поселяться там. Я вот считаю, что принимают беженцев, они известны, для чего их принимают, и куда, ну, понятно, что они работают, taken. У нас вот есть беженцы. Yes, я считаю, что это такой вопрос, который That's требует решения не такого, как сейчас. Needs another decision, not like we are doing nowadays.
one the refugee just is working or not working, and we do not know what he or she brought with himself to our country. So we need another decision. But the idea of in the main will solve the problem with refugees also, and quite effectively. The situation in Greece, we should avoid that. That's the complicated topic. It needs further development. I cannot shortly give a brief explanation. It needs to be discussed further. Ta ei taha seda eriti pikalt praegu nagu arutada, ta lihtsalt kommenteeris, et see, mis toimub Kreekas, see kõik on nagu ebamõistlik, et see ei tõiks niimoodi olla. Что? Lugupeetud Vladimir, lugupeetud Anastasia. Selline Vladimir, mõte Anastasia. Ja küsimus, this question. Kuidas lähendada praegust elanikkonda planeedil loodustasandile, can we maintain kas siin on the balance of the population isegi, see võiks kujuneda keelte kaudu, kuna praegu keeled on kõik, ütleme küll, kesi, missi põhised, ehk siis mis tähendab, et ümbruskond on elutu, et kas te siit idee ka eest rääkisime, kas te võiks järsku proovida kirjutada raamatut keskkeeles, et kõik laused oleks elusad ja see kanduks ka üle Anastasia rahvale, kelle kaudu siis on võimalus rääkida juba loodustasandil. Okay. Во-первых, поздравляют вас, приветствуют вас и в вашем лице Анастасию. И очень важный вопрос. Как привести людей, сегодняшних людей, которые живут в этой технологической цивилизации, ближе к природе? Может быть, можно начать с people, which are living in technocratic civilization, closer to nature. Неживое как бы. Может быть, надо все, обо всем говорить кто, probably, и, может быть, вы могли бы посвятить этому вопросу своих спасибо. Also about artificial things. Да, вот я, да, это так серьезный такой вот вопрос, well, серьезные yeah, проблемы. That's a serious problem. Я собираюсь посвятить несколько книг. Я собираюсь вообще опыт, тот, который сейчас books. Есть. To this problem. Я собираюсь посвятить этому несколько. Püüan sellele pühenduda oma järgmistes raamatus. Võib-olla isegi mitmes raamatus, sest minu meelest see on väga oluline teema. Ja see on tõesti oluline. Если кто-то хочет получить автограф, somebody wants an autograph, я прямо здесь буду подписывать, а кто-нибудь right будет here, подписывать. I'll sign books. Kui tahate autograafi saada, siis palun tulge siia ja ma hakkan siin sama saada. The picture together from you, me and him. Прошу секундочку, üks sekund. Ma palun siia Мегре Роматата кирjastaja, Eestis издатель книг Владимира Мегре в Эстонии, Анна Калвер. Great. Она еще мокрая, говорит, он сучи рисовал. И это свидетель выманус. Ну, красивый я здесь. И Анастасия хорошо.
this Aufnahme, which is German for record. Oh, amazing. Okay. Make sure, yeah?